Так, распаковочка. Получила сегодня посылку. По стуку. Что здесь у меня? Так, сейчас сделаю поближе. Вот такая посылочка. Сейчас одену очки, буду читать. Что здесь? Так, это вяленая сапа. Вяленая сапа. Это, наверное, чухонь. Это, наверное, чухонь. Здесь бумажки нету. Я так вижу, что это чухонь. Свеженькая, мягенькая. Вот. Я думаю, вкусно. Так, а это тоже чухонь? Наверное. Вот тоже свежая. Вот, прощупывается. Так, это мне хватит на целый год. Так, это у нас вобла вяленая. Вобла вяленая. Там еще какие-то буквочки. Это что? Вобла вяленая. 18 с плюсом. 18 с плюсом. Мне можно. Вобла вяленая тоже. Это как подарочки, наверное. Подарочки. Вобла соломка сушеная. Или входит, я уже забыла. Здесь подарки есть. И... Так, это что у нас? Это, не знаю, красноперка, может. Хотя я не вижу красных. По внешнему виду я точно не знаю. Так, это... А вот красноперка вяленая. Вот она как лещ. Ой, сколько же рыбы. Во. Это, наверное, лещ. Да, лещ. Что-то слово какое-то. Килограмм. Вот здесь килограмм. 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, 2, 4, 6, 8, 9. Вот так с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А так 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук. Килограмм. Так, и вот последнее. Последнее, что тоже лещ. Здесь подарок есть, килограмм. Так, лещ. О, какой. О, большой. Больше моей руки. Вот, складываю. Вот, обратно складываю. Лещ. Еще лещ. Красноперка. Это какая-то. Объемся теперь. Пиво не пью, буду есть так. Это моя омега-3. Мне 68 лет, поэтому полезно. Ну, конечно, я угощу своих родных. О, кто пиво пьет, я им всем угощу. Всех. Спасибо. Так, вот это. Улов рыбака. Родом из Астрахани. Коробка на оборот. Ну, все понятно. С деком пришло быстро. Посылка до Подмосковья с Астрахани приходит быстро. Все свеженькое, хорошее. Спасибо.